Акробатического рок-н-ролла написано, что можно танцевать до 99 лет. С периодикой раз в два года бросаешь все, говоришь, все, больше не буду заниматься. А потом понимаешь, нет, один раз попав в рок-н-ролл, ты никуда не денешься отсюда. Пока у тебя стучит сердце, работают легкие, ты можешь поднимать ноги и, в общем-то, ты можешь танцевать. Когда есть ребенок, которого создаешь, что бы с ним ни случалось, как бы он себя ни вел, все равно он твой. Для меня рок-н-ролл – это как мое детище. Спортивная лихорадка, вирус, наркотик. Как только не называют акробатический рок-н-ролл. За 30 лет, что считается не таким уж и большим сроком, это спортивное направление стало настоящим открытием в танцевальном мире. Когда нам дали Олимпийский зал «Дружба», это было как раз примерно 28 лет назад. И для нас казалось, это все, это счастье, это потолок, это вообще рок-н-ролл вышел из подворотен. И когда сейчас из года в год все лучше и лучше, из зала, и больше и больше народ занимается нашим видом спорта, я с улыбкой смотрю назад. Заслуженный тренер России по акробатическому рок-н-роллу Иван Збитнев был одним из первых, кто много лет назад не только поверил, но и влюбился в бешеные рок-н-ролльные ритмы. Тогда, в 80-х, он с группой таких же одержимых танцовщиков даже не предполагал, что запрещенный в Союзе капиталистический рок-н-ролл спустя три десятка лет принесет стране мировую известность. А его ученики Ольга Збитнева и Иван Юдин так и останутся непобежденными. Ну, если брать из международных звезд, для меня всегда была эта чешская пара Роман Колп и Екатерина Фиалова. Они были в свое время уникальной парой. И у меня была мечта, что когда я вырасту, я на арене с ним встречусь и попытаюсь его обыграть. Звание пятикратных чемпионов мира – это рекорд, превзойти который пока никому не удалось. Збитнева и Юдин – уникальные спортсмены. А к чему стремитесь сейчас? Шестикратная чемпионка мира, конечно. А потом, если вдруг не развалюсь где-нибудь на сцене, а вдруг попадем в олимпийский вид и там тоже блеснуть. Наверное, любое большое событие начинается с безумной идеи и людей, фанатично ей преданных. 30 лет назад была создана Федерация акробатического рок-н-ролла, которая объединила не только лучших спортсменов, но и положила начало целому направлению. В 14 городах нашей страны были созданы любительские клубы акробатического рок-н-ролла. Ведущие компании уже давно создают такие спортивные клубы по акробатическому рок-н-роллу и действительно серьезно подходят к этому вопросу. Поэтому я думаю, что мы сегодня сумеем убедиться в том, что действительно ребята выступают на очень высоком-высоком таком вот уровне. И когда смотришь на такую красоту, в исполнении от действительно мало до велика, это говорит о настоящей популярности этого вида спорта. 14 апреля 2017 год. Москва. Арена «Мегаспорт». Это кадры первого любительского чемпионата среди корпоративных клубов. В это невозможно поверить, но спортсмены, выступающие на сцене, не являются профессионалами. Но если говорить о том, что те ребята и маленькие, и большие выступали с нуля практически, да, то есть в течение трех месяцев, а некоторых и в течение месяца готовили для того, чтобы они выступили на этом старте. Я считаю, что это очень здорово. Я думаю, что у нас в стране есть для этого все условия, чтобы этот вид спорта стал действительно популярным, действительно массовым и, если хотите, народным. А начиналось все действительно несколько месяцев назад, как большая авантюра, в успех которой верили не все. Я думал, что такой будет турнирчик такой небольшой, в хорошем зале, все будут там косолапиться. Да нет, старики-наставники сделали свое дело. За три месяца это невозможно. Невозможно, это получилось.
14 городов России были отправлены наставники от Федерации акробатического рок-н-ролла. Вместе с хореографами местных клубов чемпионы помогали готовить конкурсные программы для предстоящего турнира. Чем ближе была дата соревнований, тем острее чувствовалась конкуренция. Каждый город готовил свой неповторимый номер. Нижний Новгород. На одной из знаковых площадок города, набережной возле лестницы Чкалова, женский формейшн представлял свою конкурсную программу. До выступления оставалось чуть больше месяца. Меня зовут Антонова Дарья, мне 27 лет. Я из Нижнего Новгорода, и я просто обожаю заниматься акробатическим рок-н-роллом. Для Даши все начиналось просто. Однажды девушка пришла в секцию акробатического рок-н-ролла на пробное занятие. Уйти из группы она так и не смогла. Я получаю огромное удовольствие, несравненный кайф именно от сцены, именно от зрителя, именно от аплодисментов. Наверное, вот быть на публике – это просто где-то внутри меня. Рок-н-ролл давал Даше возможность почувствовать себя артисткой, вырваться из серых будней и размеренной провинциальной жизни. Да, днем я кадровик, я работаю в офисе, у меня строгий дресс-код, а вечером, да, я перевоплощаюсь, я наношу на себя мейкап, и я артист. Раз, два, раз, два. Стопа крепкий, регулярно. Это одна из репетиций женского формейшн. Все девушки в составе коллектива – непрофессиональные танцовщицы. Кто-то работает в отделе кадров, как Даша, кто-то в бухгалтерии, кто-то занимает позицию менеджера. Возраст тоже разный. Когда мы первый раз приехали в Нижний Новгород и увидели этих женщин, мы поняли, что работы предстоит очень много. Еще раз. Три, четыре. Раз, два. Раз, два. О! Потому что они не умели танцевать, у них не было чувства ритма. Раз, два, а дальше? Было сложно, потому что мы все разные. Разные возрасты и разная подготовка. Кто-то пришел сначала, думал, что это будет просто, ну, как развлечение. Кто-то действительно пришел, хотел танцевать. Но в итоге мы станцевались, мы сработались, действительно сработались. В этом зале проходит турнир местных танцевальных клубов. В одном из отделений выступит Даша вместе с командой. Девушки очень волнуются. За год, что они тренируются, это их первое публичное выступление. Я себя не считаю профессиональным танцором, я себя не считаю профессиональным спортсменом. И вот этой танцевальной базы ее не хватало, потому что у танцоров, у которых есть танцевальная база, они не думают о том, как у них выглядят ноги, как у них собран центр, втянут ли живот, руки, ноги. У них это все на автоматизме. А мне нужно концентрироваться на том, чтобы спина была ровная, чтобы все здесь было подобрано. За номером внимательно наблюдают наставники Кристина Можаева и Вячеслав Хлопков. Именно они помогали ставить программу и работали с девушками. За этой легкостью движений многочасовой труд. На ежедневных тренировках точили шаг, придумывали связки и поддержки. Мы очень много материала изучали, смотрели в интернете формейшены именно профессионалов. Это колоссально просто, это колоссальная слаженность, это непревзойденная работа, отточенное мастерство. Кристина и Вячеслав, и они нам показывали мастер-класс, и мы, конечно, просто обалдели.
когда они начинают делать вот эти акробатические элементы, когда он ее просто подбрасывает вверх и ловит. Ну, это просто что-то с чем-то. На чемпионат в Москву нижегородки готовили полутораминутную яркую программу. Наставники говорили, что номер был поставлен, исходя из темперамента женщин. Соответственно, у них музыка Майкл Джексон, одежда Майкла Джексона, прическа, подходящая под его стилистику, косметика. Это в основном красная помада, ярко накрашенные глаза. Наш главный конкурент – сами мы себе. Нужно выйти, перебороть себя. Будем рассчитывать на хорошее место. Я не буду говорить, что на первое. Конечно же, мы будем для себя первые. Почти одновременно с нижегородской группой свою конкурсную программу репетировали представительницы из Воронежа. Руководили Formation наставники Ярослава Григорьева и Андрей Хороших. Сейчас мы тренируем женщин наших девушек прекрасных. Я думаю, они тоже своих детей, может быть, когда-то отдадут или расскажут подругам. И так вот мы распространяемся по всей России. Я захватим ее скоро рок-н-роллом. Ну, мои хорошие, поехали! Осенью прошлого года Formation впервые начал репетиции. Возраст участниц далеко за 40. Впрочем, тут никто не готов просто так отдавать победу. Вот по моей группе могу сказать только одно, что у нас есть тем, кому уже за 5-й десяток. Будешь видеть, выступаю. Мне 44 года. Я себя ощущаю вполне молодой женщиной, перспективной и активной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, да. Ну вот именно чтобы ты вот на это все перемещалась. Да. И когда у тебя музыка все ляжет. И тогда ты сразу попадешь на тишине. Ага? Ну постараюсь, конечно. Я не сомневаюсь. Поехали еще раз. Приходя на занятия, получаешь такой огромный заряд энергии, что уходить не хочется. Иногда я прихожу домой, включаю музыку и начинаю повторять, и даже соседи иногда стучат по батареям. Когда мы уходим на летние каникулы или просто получается такой большой перерыв, после соревнований нам дают отдыха, уже хочется летать, почувствовать вот этот вот адреналин, чувство полета. Очень часто партнеры спрашивают, говорят, а как там наверху? Говоришь, боже мой, вам этого не понять. Практически за месяц представительницы из Воронежа освоили программу. Сейчас женщины оттачивают наиболее сложные элементы. Как говорят сами участницы, пока для них тяжело держать высокий темп и не путаться в шагах. Для нас этот танец, с которым мы будем выступать на чемпионате корпоративных клубов, это самый сложный танец, который мы вообще учили за весь период нашего пребывания. Вы знаете, за месяц мы сделали огромнейшие успехи. Я думаю, к соревнованию мы подойдем подготовленными на все 150%. Вниз, 5, 6, оп! Красавицы! Очень хочется верить, что это будут победители. Их волю, их желание, их рвение, оно многое заменяет. Но упорство решает многие вопросы и задачи. Орел. В этом городе, как и в двух предыдущих, тоже началась подготовка к московскому чемпионату. Секция акробатического рок-н-ролла тут существует около полугода, но конкурсную программу начали готовить не так давно. Меня зовут Людмила Соловьева, мне 47 лет, я из Орла. Для меня рок-н-ролл – это движение в первую очередь. Смотришь на себя в зеркало, понятно, ты видишь, что тебе не 20 лет. Ну, это жизнь. Ну, на самом деле, вот это, наверное, не главное. Главное – состояние души. У меня папа в 70 лет, он до сих пор, ему 20 души. Я равняюсь. Вещи!
свои 47 лет Людмила Соловьева неожиданно поняла, что жить нужно здесь и сейчас. Поэтому, недолго думая, женщина записалась в секцию акробатического рок-н-ролла, а потом привела на тренировки всю семью. Дочь Анастасия тренируется вместе с мамой. Сын выступает в паре. Среди лучших друзей есть приколы, но никто не считает, что это не для пацанов. Я вот показывал видео, как мы выступаем. Все, ничего себе, Саня, даешь. Людмила говорит, что, наверное, у них в городе вряд ли могла появиться такая сплоченная команда, если бы не одержимость и безграничная преданность своему делу тренера Юлии Кирилловой. Для наших спортсменов, любителей спортсменов, наверное, главное не только победить, да, а быть всем вместе. У нас даже лозунг «Я выбираю спорт», да, там «Побеждай, мечтай, летай». Вместе с Юлией Кирилловой конкурсную программу готовила московский куратор и пятикратная чемпионка мира в категории «Формейшн» Татьяна Бакланчикова. Ее история по-настоящему уникальна. Татьяна пришла в акробатический рок-н-ролл из спортивной гимнастики. После серьезной травмы спорт высоких достижений был для нее закрыт, а рок-н-ролл, наоборот, давал безграничные возможности. Если ты, допустим, пришел с улицы, и ты не акробат, не гимнат, у нас есть категории, в которых могут танцевать девочки. Это формейшн девочки, формейшн женщины. По ним проводятся чемпионаты мира. И ты можешь, как и я, стать пятикратной чемпионкой мира. Чем хороший рок-н-ролл, что применение есть для всех. За короткий срок тренеры сделали почти невозможное. Научили не бояться и не стесняться своего тела. Быть открытыми, эмоциональными и, конечно, танцевать. И ты всю тренировку живешь вот на этом подъеме, на этом ритме, на этой подаче. Это какой-то прорыв, подъем, там прыжок. Ну, то есть вот для нас это все-таки важно, да. Рок-н-ролл, да, поменялся, ритм поменялся, он стал быстрее. Ну, если говорить какие-то технические характеристики, да, то есть броски выше, все ритмичнее, все пум-пум-пум-пум. К чемпионату представительницы из «Орла» готовили ковбойский номер. Как говорили сами участницы, их 1,5 минуты не будут отличаться сложными элементами, зато в темпераменте и артистизме вряд ли уступят конкуренткам. А это уже Красноярск. В крупнейшем и одном из старейших городов Сибири идет подготовка сразу нескольких спортсменов. Регион будут представлять 4 пары. В наставниках кураторы из Санкт-Петербурга Михаил Баранов и Екатерина Валунова. Приехали в никуда, будем говорить так. А сейчас все попадают в музыку. Есть программа, есть танцуют. Прогресс колоссальный. Я хочу, чтобы дети, которые приходили ко мне, были успешны, чтобы они в жизни были успешны. Это в жизни им пригодится. Они должны почувствовать вкус успеха. И они уже не будут обычной серой массой, они уже будут, знаете, такими звездочками. И неважно потом, каким родом деятельности по жизни они будут заниматься, но пускай то, что мы делаем для них вот в этот период, пускай он им поможет в жизни. Сейчас внимание тренеров сосредоточено на подготовке одной из пар. Наташа и Николай чуть больше года работают вместе. Девушка говорит, что на первую тренировку пришло всего 3 человека, и главной проблемой было найти подходящего для нее партнера. Выход нашелся сам собой. Устав от постоянных поисков, она просто привела своего молодого человека. Теперь они не только пара в жизни, но и на площадке. Проще было уговорить Колю, чтобы он пошел танцевать со мной. Но он, в принципе, недолго и сопротивлялся, потому что после первой тренировки я прилетела с горящими глазами, что мне так все нравится, это все так здорово, это будет так круто, давай пойдем. И я такой, кто будет мою девушку, кроме меня, это тягать? Я сам буду. Почти все свободное время Наташа проводит на репетициях. Ради акробатического рок-н-ролла она оставила институт и устроилась работать продавцом в магазин. Говорит, сменный график дает больше возможностей для тренировок. Рок-н-ролл в моей жизни – это то, что исполняет все мои
забытые мечты, я бы сказала. Потому что все моменты, которые я такая, ну, этому уже не исполнится, время уже ушло. Я прихожу в рок-н-ролл, и он это исполняет. Это сегодня в спортивном зале не протолкнуться. Здесь можно увидеть практически все возрастные категории. Но еще пару лет назад детей приходилось набирать по объявлению, обходить школы и развешивать рекламу. У нас появились ребята, которые вот ни о чем не думают, кроме рок-н-ролла, вплоть до того, что ночью могут мне прислать там перечень, там видео, еще чего-то. Алисия, я вот еще то-то нашел, а еще тот. Я говорю, давай спать. Или там на выходных. Я говорю, у нас выходной. В настоящем рок-н-ролл стал не только быстрее и динамичнее. Усложнились элементы, рисунок танца. В самой высшей категории М-классе спортсмены выполняют двойное сальто углом назад, двойные пируэты и тодесы. Когда я выступал, конкуренции так таковой не было в этом уровне, которым в М-классе. Тогда был А-класс. Ну, тогда мы только начинали. Мы даже не знали, как все, как руки поставить, как ноги поставить. Мимо музыки кидали броски, рок-н-ролли. У нас есть биты, да, вот взрослые, как правило, танцуют 48-52 в минуту. Это очень быстрый ритм, это очень сложно. Как говорят кураторы, эта пара одна из перспективных, и, вероятно, в будущем ребята смогут выступать в самой высшей категории. Нет, милый, ты ее поставил, потом проводил, а потом только это сделал. Давай, Коля, соберись. С мужчинами порой, вы знаете, проще договориться, если честно. Потому что мужчины, они всегда более конкретные, они не любят вот это вот, когда много говорят. Ты конкретно ставишь задачу, но всегда нужно, конечно, поулыбаться и повздыхать, применить свои какие-то женские, значит, очаровательные чары. И, в общем-то, томно посмотреть, и он уже, в общем, тебе все практически сделает. К чемпионату в Москве пара готовит особенную программу. Номер будет сложным, с большим количеством трюков и, конечно, очень эмоциональным. Я ставлю номер под Жанну Агузарову. «Ты только ты» называется песня. В общем, она очень хорошо ложится на слух. Она очень заводная. Мне кажется, ребятам она очень подходит. Ну, я не буду сильно замахиваться, но, конечно, победи. На противоположном конце страны, на юге, в Краснодаре, готовятся не менее серьезно. Регион будет представлять целый десант спортсменов по акробатическому рок-н-роллу. От Кубани едут не только Formation, но и 7 пар. Выступать спортсмены будут в категории «Б», а это значит, что именно они составят основную конкуренцию Сибири. Они действительно фанаты своего дела. Они бегут сюда. Есть там партнер, нет партнера, они все бегут на тренировку, лишь бы только тренироваться. В наставниках самые титулованные спортсмены, непобедимые пятикратные чемпионы мира Ольга Збитнева и Иван Юдин. Но мы много элементов в своем карьере спортивной делали, которые другой никто не делал. У нас был, например, элемент, мы делаем с Битарини, заход называется Битарини, с плеч, двойной винт вперед. Потом мы отсюда же с плеч делали двойной угол вперед, двойной сальто углом, согнувшись вперед. Тоже до нас никто не делал. Все, что связано с моей жизнью, это все акробатический рок-н-ролл. Даже моя дочь связана с акробатическим рок-н-роллом. Для большинства представителей Краснодара соревнования в Москве станут первым большим выступлением. Ольга говорит, что, глядя на начинающих спортсменов, часто вспоминает свой первый чемпионат. Тогда она, юная спортсменка, буквально завалила дебют. Мы вышли с вами танцевать, и я забываю программу. Я начинаю делать какое-то движение и понимаю, что я не помню, что идет. И я прям вот в сердцах как ругнулась. И
мне стыдно, а танцевать дальше надо. И смотрю, судьи просто лежат под столом, они просто лежат. Они уже не судят, они просто там валяются и ржут. Это особое чувство юмора и оптимизм не пропадает даже на тренировочной площадке. Видимо, поэтому выполнять сложные элементы в какой-то момент становится не так уж и страшно. Ксения и Дмитрий. Ну, замечательная пара, на самом деле, одна из лучших, наверное, на данный момент. И они более сообразительные в плане и танцевания, в плане трюков. Единственное, что волнует, наверное, это эмоциональность, потому что это будет первый крупный такой очень большой турнир, и здесь волнение может сыграть решающую роль. Мы можем тягаться с нашей программой, с профессионалами. Дима с Ксюшей очень перспективные ребята. У них сразу же с момента первого занятия начали получаться те элементы, которые другим даются очень долго и сложно. Ребята физически подготовленные. Чуть больше года назад Дима и Ксюша встали в пару. Никто из ребят не занимался профессионально спортом. Ксения работает фотографом. Дмитрий занимается продвижением интернет-сайтов. Оба говорят, что узнали о создании секции через соцсети. Оба пришли на первое пробное занятие, и оба навсегда влюбились в акробатический рок-н-ролл. 1 апреля у меня свадьба и тренировка. Думаю, схожу на нее тоже. Потом пойдешь на свадьбу, да? Да. Я на всех соревнованиях была, поддерживаю его, фотографирую, веду там, смотрю, как они выступают, как готовятся. Наверное, даже я больше переживаю, чем сами участники. Свою программу пара готовила несколько месяцев, тщательно разрабатывая не только танцевальную часть, но и акробатическую. И в отличие от других городов, где кураторы почти полностью придумывали номера, Ольге и Ивану досталась не самая сложная часть. Чемпионы просто доработали несколько трюков. Надо сделать 6 элементов за 1,5 минуты, при этом танцевать, при этом должна быть достаточно высокая сложность. Надо всегда на каждом элементе быть готовым к тому, что что-то пойдет не так, и надо быть готовым перестроиться, подстраховать. Совсем скоро эти блистательные 1,5 минуты смогут оценить на чемпионате в Москве. Впрочем, тут никто не сомневается, что эта пара одна из тех, кто способна побороться за первое место. Ксюша с Димой молодцы, они достаточно спортивные ребята, да, и это дает им небольшое преимущество. Кострома. Этот город России, пожалуй, стал самым уникальным из всех, ведь девочки, которых вы видите, первые и пока единственные местные представительницы акробатического рок-н-ролла. Меня зовут Злата Зубкова, мне 11 лет, я из города Кострома. Мне нравится акробатический рок-н-ролл, потому что он мне подает настроение, даже когда я грущу. А вот и первая возможность обкатать программу. Девочек пригласили на разогрев местной баскетбольной команды, а в перерыве между матчем женский формейшн покажет свой конкурсный номер. Есть такая гордость, потому что, ну, раньше же никто не знал то, что будет рок-н-ролл, а теперь все знают, и как бы это очень круто, то, что мы первые. Они поначалу вообще очень сильно ругались. Я переживала за это ужасно просто. Я не знала, как вместе собрать. А сейчас они друг без друга уже вообще не могут. Говорят, давайте все вместе жить и все. Уже сегодня кураторы из Москвы убеждены, что в своем классе эти девчонки способны побороться за призовые места. Невероятная синхронность, бешеный ритм и артистизм, с которым работает эта детская группа, потрясла даже московских кураторов. Когда мне говорят, что у тебя тоже, ну, что-то не получается, я никогда не плачу.
я собираюсь и думаю, то, что вот в этот раз я сделаю лучше. Они настолько стараются, вот у них такая идет большая самоотдача. Сейчас тренировки у них вот в последнее время практически каждый день получаются. И они приходят полным составом, они действительно репетируют, они с полной отдачей. На чемпионат в столицу костромички везут уникальную программу. Анастасия Збитнева говорит, что номер ей приснился ночью, и уже на следующее утро Формейшн приступил к репетиции. Месяц спустя наши герои отправляются на чемпионат в Москву. Нервное напряжение чувствуется даже в воздухе. И здесь еще вопрос, кто волнуется больше, наставники или их спортсмены, ведь первыми на сцену выйдут кураторы. 23 килограмма назад и 23 года назад я танцевал последний раз в этой жизни, на этой планете. Я хожу и по привычке смотрю, не оторвался ни одного номера с левой ноги. А в это время в раздевалках шли последние сборы. Спортсмены готовились к выходу на площадку. Одними из первых свои полторы минуты презентовали девушки из Нижнего Новгорода. Волнение, конечно, адреналин просто зашкаливает колоссально. Мы понимаем, что в Москве на соревнованиях в апреле будет в 100 раз страшнее, в 100 раз сложнее. Через несколько минут жюри объявило оценки. Только что девушки узнали, что не попали в полуфинал. После выступления они едва сдерживали эмоции. Ну, конечно, мы расстроены. Знаете, мы победили сами себя, потому что, честно признаться, мы не профессионалы. Мы обычные работники Сибура, я кадровик, девчонки бухгалтера, да? И вот мы стоим здесь в таких шикарных костюмах на такой великолепной арене, то есть мы достигли такого уровня, эмоции зашкаливают. Как говорят сами участницы, в Нижний Новгород они все равно возвращаются победительницами. Ведь теперь у них появилась настоящая спортивная злость и главная цель – войти в число призеров на следующий год. Мы уезжаем с чувством, что мы победители. Мы реально победили, мы сделали это, девочки. Следующими к выступлению готовился Формейшн из Воронежа. У нас будет очень красивый зажигательный номер в красивых костюмах. Я думаю, мы как минимум всем понравимся. Они действительно произвели неизгладимое впечатление. Пышные юбки, блестки и яркий макияж вкупе с сумасшедшей динамикой номера мог бы завоевать приз зрительских симпатий. За эти полторы минуты ни у кого не возникло мысли, что женщинам на сцене далеко за 40. Мы заняли 5-е место. Это для нас чудо. И пусть они стали только пятыми, своим выступлением они еще раз доказали, возраст всего лишь цифра, которая ничего не значит, если ты живешь рок-н-роллом. Мы старались выдать эмоции, мы улыбались, мы получали удовольствие и старались подарить удовольствие зрителям. На очереди выступление еще одного Формейшн. Сейчас свою конкурсную программу в ковбойском стиле готовятся показать представительницы из «Орла». Я очень переживаю, очень. Потому что даже когда дети смотрят нас вот на тренировках, это уже волнительно, это уже вот, ну, внутри прямо все трясется. А что будет на чемпионате, я вообще не представляю. Как и две предыдущие команды, женский Формейшн не смог попасть в полуфинал. Но полученные эмоции, как оказалось, намного сильнее, чем все награды вместе взятые. Расстроилась. Ну как девчонки, как мы говорим, хотелось бы медальки, но не более того. Из семи быть четвертыми – это здорово. Через несколько минут на сцену выйдет пара из Красноярска. Наташа и Коля привезли на чемпионат очень личный и эмоциональный номер. Это полторы минуты их истории любви. Катастрофа случилась практически сразу после начала выступления. По предварительным оценкам мы опустились до седьмого места. Это значит, что мы
не выходим в финал. В какой-то момент что-то у них пошел какой-то косяк, потому что шли до этого уверенно по баллам на второе место. Вероятно, пара не справилась с нервным напряжением и паникой, которая возникла на сцене. Программу забыли. Начали делать разные элементы. Он одно, я другое. Пожалуйста, результат. Отлично. Акробатический рок-н-ролл не зря называют самым эмоциональным видом спорта. Ведь то, что происходит за кулисами, порой вызывает большие эмоции, чем полутораминутные номера. Поэтому так расстроили, что не вышли в финал, хотя могли. Очень финал хотелось. Наташа и Коля выбывают из борьбы за призовое место. А вот пара из Краснодара, Дмитрий и Ксения, очень уверенно прошли в полуфинал. Очень все было круто, сцена, поддерживали наставники, очень все здорово. Также еще станцевать, но в финале еще лучше станцевать. Да, будем стараться. Неважно, взрослые они или маленькие, все равно они начинающие. Когда они в большой такой компании, в большой тусовке, тут может быть все что угодно, любой фактор играет роль. Последние наставления тренерского штаба. От нервного напряжения звенит даже воздух. Через несколько минут Дима и Оксана выйдут на сцену. Еще немного, и они могут стать первыми. Ну, я не знаю, волновались ли они. Я была готова просто выпрыгнуть на сцену вместе со Светланой Александровной и танцевать за них. Первое место B-класс микс. Мужчины и женщины, встречайте. Самарьянов Дмитрий, Бабенко. Абсолютная и уверенная победа краснодарской школы. Дима и Оксана – новые чемпионы среди пар. Без голоса, без сил, но довольные, счастливые, едем с победой домой. Я прыгала, скакала от счастья, от радости, от гордости за своих ребят. Я очень рада, что они выиграли. И я думаю, что это их смотивировало заниматься дальше и занимать более-более высокие звания. Очень рады получилось, даже больше, наверное, чем ожидали. Вот, ребята, Краснодар показали волю к победе. Мы много работали, уверены в себе были. Не знаю, мы во всех блоках вообще выкладывались по полной, поэтому заслуженно. Да в этот раз мы просто кайфовали, танцевали. Да, на самом деле первый раз здорово, кайфовали. Да. Завершают чемпионат Formation девочки. В числе финалисток наши герои из Костромы. А самый пик волны не сегодня, но до утра прошло. А может даже на ночь, не знаю. Я так не волновался давно очень. Девочкам предстоит соревноваться среди 6 сильнейших городов. Кажется, что не только участницы, но и тренеры не ожидали прохождения в финал. В любом случае они выступили хорошо, потому что это их первые соревнования большие в таком прекрасном зале с судьями профессиональными. То есть, мне кажется, любое место, какое они займут, это их достойное место. Вот он, момент истины. Победительницами стали костромички. Это первая и, наверное, самая главная победа в жизни девочек. Ты сегодня первые слезы видел и первую радость на лицах, когда гордо медалью ходят и трясут. Вот какая у меня медаль. За этими безупречными тодосами и сальто месяцы тренировок. А эти слезы отчаяния и триумфа лучше слов расскажут о том, как непросто давались каждому из них эти 90 секунд программы. За короткие номера спортсмены проживали жизни и рассказывали свои истории о любви, страсти и мечте летать свободно и высоко. Первый чемпионат среди корпоративных клубов завершен. Продолжение следует.